Значит, тема сегодняшней лекции – диалектика капитализма. Следующая лекция, которая будет сегодня, будет называться «Диалектика социализма», и это будет последняя лекция. 11 числа мы соберемся в 2 часа с вами, и будет консультация. А 14 июня у нас будет с вами экзамен по курсу. Так что приготовиться надо к тому, что это будет целый большой день. Да, 14 июня, среда. Так. Что мы хотим сказать, когда говорим «диалектика»? Мы хотим сказать, что диалектика – это движение категорий, это движение развития. И когда мы говорим «диалектика капитализма», значит, мы берем не просто историческое развитие. Историческое развитие всегда сопряжено с определенными случайностями, отклонениями от, так сказать, закономерной линии. Да? А когда мы говорим «диалектика», то в данном случае, если мы имеем в виду диалектику капитализма, мы говорим, какова логика его развития, внутренняя логика его развития, связанная с тем, что такое капитализм. Самое простое определение капитализма может быть дано таким. Это всеобщее товарное хозяйство. Всеобщее товарное хозяйство. Что значит всеобщее товарное хозяйство? Что все превратилось в товар, в том числе и способность человека к труду, то есть рабочая сила. А в более точном определении, более полном, совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются рабочим в ход каждый раз при производстве материальных благ, вот эта вот способность к труду тоже стала товаром. Но для того, чтобы говорить о товаре, надо знать, что такое товар. Товар в своем классическом определении – это продукт, производимый для обмена. А товар в еще более слабом определении, в первичном определении, когда он еще не связан с производством, это продукт, поступивший в потребление или поступающий в потребление через обмен. Вот я гулял по лесу, встретил яблоню в лесу, дичок. Попробовал, яблоки вкусные набрал, много яблок и выхожу. А на опушке гражданин, вот тот в очках, вот сидит и вяжет корзины, потому что там ива растет, ивняк хороший, свежий. Прутики, он из них ловко вяжет корзины, у него явно корзин слишком много, две. И две он их сделал не потому, что ему надо две, а потому что хорошо так вяжется, погода хорошая. На солнышке сидит, не на лекции. И вот он меня увидел, а я вот так вот. И так ему яблочко захотелось. А я как увидел, что я ведь точно не донесу. Обязательно это куда-нибудь в грязь у меня высыпется. И весь мой поход зря. Поэтому подошел, я ему, слушай, говорю, давай я тебе яблоки, а ты мне корзину одну. Он говорит, да я только этого и ждал. И я дал ему яблоки, он дал мне корзину. Что получилось? Произошел обмен. Что такое обмен? Обмен тоже категория, более простая, чем товар. Ее надо знать, потому что если мы не знаем, что такое обмен, мы не знаем, что такое товар. А раз мы не знаем, что такое товар, мы не знаем, что такое капитализм. И ничего мы не знаем про капитализм. Поэтому обмен... Можно считать так, что обмен – это, вот мы тут увидели, это взаимная передача. Он мне передал, а я ему передал. Все видели, все представили. Но этого мало. Если я, скажем, его поздравил с 1 мая, а он меня с 9 мая, то это тут взаимность налицо. Но если он меня поздравил специально для того, чтобы я поздравил его с 9 мая, то это уже взаимообусловленность.
Дескать, он мне подарил на 1 мая, чтобы я ему подарил что-нибудь аналогичное на 7 ноября. Вот когда речь идет об обмене, здесь не только взаимность есть, а взаимообусловленность. Я вам даю, если вы мне даете, я вам не даю, если вы мне не даете. Вот. Могу дать, могу не дать, но... То есть это отношение двух свободных субъектов, независимых совершенно друг от друга. И связь очень простая. Взаимная и взаимообусловленная передача принадлежащих этим субъектам продуктов. И даже об обмене можно говорить, когда и продуктов нет, когда может, речь идет об обмене речами. Вот один выступает, другой выступает. Первый бы не выступал, если не предполагал бы, что второй выступит, а второй бы не выступил, если бы первый не выступил. Тут взаимообусловленность есть, взаимность есть, обмен речами есть, обмен мыслями есть. Есть, если у них не один спичрайтер. А если один спичрайтер, то уже какие тут обмены мыслями? Он написал и тому, и другому, и они делают вид, что они обмениваются мыслями. А на самом деле они как куклы у кукловода. Поэтому только тогда можно говорить об обмене, когда есть что-либо, принадлежащее двум разным субъектам. А если я вот, значит, имею два объекта в двух руках, обе руки мои, вот я сейчас переложил часы в левую руку, а флешку в чехле в правую руку. Есть обмен? Нет. Перемена мест, движение. Встречные, все что угодно. Точно так же на любом заводе, на любой фабрике. Двигаются продукты туда-сюда, между цехами. Это не обмен. Или, представь себе, единую монополию. Монополия. И в рамках одной монополии туда идут продукты, обратно вроде как бы идут деньги, но цены трансфертные. То есть цены ничего не означают, кроме как учет движения товаров внутри продуктов, внутри монополии. То есть, чтобы можно было говорить об обмене, должно соблюдаться такое требование, что это продукты принадлежат разным субъектам. Если это один и тот же субъект, какой тут обмен? Никакого обмена тут нету. Поэтому, скажем, заранее забегая вперед, можно сказать, в условиях общественной собственности на средства производства нет обмена. А если нет обмена, в рамках общественной собственности нет и товаров. А если нет товаров, нет и товарного производства. Поэтому львиная доля, так сказать, книжек, которые написаны про товарное производство при социализме, можно спокойно выбрасывать на помойку. Но их издают, издают, издают и пишут на эту тему. Люди малограмотные, которые начинают не с определений, не с установления понятия, а что им в голову, так сказать, взбрело. А в голову что может взбрести, поскольку люди... С детства употребляют такие понятия, как товар, деньги, они им известны заранее. А раз они заранее известны, кто будет обдумывать то, что ему и так известно? Вы будете обдумывать то, что вам и так известно? Не будете, правда? А раз вы не будете это обдумывать, вы с чем вы, так сказать, пришли, а пришли вы с тем, что в детстве узнали, с детскими представлениями, доживайте тогда до глубоких седин. Вот поэтому мы с вами беремся за то, чтобы пересмотреть свои особенно известные категории, потому что самая опасная категория – известная. Все же это известно, а кто будет обдумывать то, что и так известно? Гегель на эту тему прямо говорит. Никто и не обдумывает. Есть другое определение. Я вот после того, как такую формулировку дал обмену, полез в энциклопедический словарь советский. А там такая формулировка. Обмен – это взаимное отчуждение продуктов труда или иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Взаимное отчуждение продуктов труда или иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Вы можете обратить внимание на то, что это определение полностью тождественно предыдущему. Слова другие, а смысл тот же. Значит, взаимное отчуждение. Я отчуждаю свой продукт, передаю вам. Вы отчуждаете свой, передаете мне. Взаимное отчуждение продуктов труда или иных объектов собственности. Мало ли какие. Может, и труда нет тут никакого. На основе свободного договора. То есть никто нас не принудил передавать друг другу. А мы так договорились. Хочу – отдаю, не хочу – не отдаю. За сколько хочу, за столько и отдаю. Правильно?
То есть никакие пропорции тут не присутствуют. Здесь просто имеется сам акт обмен. И вот из того примера, который я привел, можно вывести такое положение, которое у Маркса присутствует в «Капитале». Товарный обмен предшествует товарному производству. Такое очень странное высказывание. Как это? Не произвели товары, а предшествует товарный обмен. Их вроде нету. А вот в том примере, который у нас был, вот он корзины плел не для того, чтобы со мной поменять. Правильно? И я, между прочим, яблоки собирал, чтобы сам их съесть, все. Но я понял, что они у меня высыплются, и поэтому лучше поменять с ним. То есть не было производства для обмена, а было просто производство для удовлетворения своих потребностей. А потом вот эта встреча наши планы изменила, и мы обменялись. Товарный обмен предшествует товарному производству. И так вообще началось дело с того, чтобы люди стали обменивать то, что они производят, а потом стали думать, а не произвести ли мне еще, чтобы обменять. Чтобы обменять. И тогда получилось, что люди просто от обмена того, что они производят, как товары, переходят к производству продуктов для обмена. А вот продукт, производящийся или производимый для обмена, называется товаром. Товар. Вот товар – это продукт, производимый для обмена. Хотя вот это определение более глубокое, потому что здесь уже упор на производство, а все, так сказать, определения, связанные с производством, более глубокие, чем вот поверхностные, связанные только с обменом. Поэтому первое определение более слабое – продукт, идущий в потребление через обмен, а второе – более сильное и более глубокое, сущностное. Товар – это продукт, производимый для обмена. Если я произвел для обмена, сам я есть не буду. Положу вам туда пальмового масла, кушайте, пожалуйста. Сам бы ел, да деньги надо. То есть мне надо другое, а то, что я произвожу, мне не надо. Всякий товар имеет две стороны. Потребительную стоимость – это свойство удовлетворять какие-то потребности. И стоимость – это которая определяет пропорции в обмене и которая определяется трудом. А труд бывает разный, один сложный, другой простой, один требующий обучения, другой не требующий, один вредный, другой не вредный. Вот поэтому всякий труд сводится к среднему общественному труду и по пропорции обмена связаны с тем, что обмениваются продукты друг на друга в той пропорции, которая определяется содержащимся в них трудом. Это называется обменом по стоимости. А труд, еще английские экономисты, Адам Смит, Рикардо, Мальтус, они рассматривали как источник стоимости. Источник той стоимости, по которой происходит обмен товаров. Разный бывает обмен товаров. Это бывает обмен товаров. Это случайный, как вот в нашем случае, это случайная форма стоимости. Бывает в случае эквивалентная форма стоимости. Я могу вот этот продукт променять на это или на это. Нам он целый ряд продуктов других. И бывает всеобщая форма стоимости. На все могу поменять. Вот тот товар, который обладает свойством обмениваться на все, и все его охотно берут в обмене, хотя им вот сейчас он не нужен, но поскольку он обладает свойством всеобщей обмениваемости, его можно обменять в любое время на что-то другое, вот этот товар, который обладает свойством всеобщей обмениваемости, как называется? Как называется товар, который обладает свойством всеобщей обмениваемости? Товар-эквивалент. Рабочая сила. А? Рабочая сила. Громче. Деньги. Так. Рабочая сила. Нет. Деньги. А? Деньги. Деньги.
Вот обратите внимание на способ вообще подачи определений. Сначала мы что-то рассказываем, когда уже ясно, что это такое, потом даем ему имя. Так? Так и бывает в жизни. Сначала дети рождаются, потом им дают имя, а не наоборот. У меня вера, она еще не родилась. Это не редко бывает. Бывает, наверное, заранее думают, какие имена дать детям. Но, по крайней мере, государство регистрирует только по факту. Государство не регистрирует, пока человек не родился. Так и здесь. Вот сначала мы увидели вот это движение, то есть это сотни лет прошли, пока вот прошел этот процесс, и появились товары, которые всеобщей обменимостью обладают. Сначала это что были? Это были в России, например, шкурки пушных зверей. Вот не кошелек был, а на поясе приторочены шкурки. Пришел в магазин, надо купить что-то, условно говоря, в магазин. Шкурку снял, даю, а мне вот столько яблок дают на эти шкурки, да? А вам эта шкурка не нужна, а вы потом пошли и купили на эти шкурки мясо. Вот и все. То есть шкурки выступают в качестве денег. Потом в качестве такого товарного эквивалента были, особенно когда развилось землевладение, мельничные жернова. А всем же надо, все это ценят, правильно? Всем нужно, после того, как они получат зерно, смолоть муку, а для этого нужны мельничные жернова. И вот, так сказать, я взял мельничный жернов, не взял, а вас привел к нему, говорю, хотите, вот берите вот этот мельничный жернов, но за это мне нужно 2 мешка пшеницы. Мне дают 2 мешка пшеницы, я стираю на нем надпись «Попов» и пишу вашу надпись. Как фамилия? Да. Вот вашу фамилию и пишем на нем. И, в общем, вы, считается, его положили в кошелек. Ну, вы понимаете, в кошелек таскать с жерновом не очень удобно, поэтому постепенно на роль товаров и эквивалентов выбились другие товары. Например, серебро. Что такое рубль? Исторически, товарищи историки. Отрубленный кусок серебра. Да? Вот рубили серебро и рублями расплачивались. Рублями. Или, скажем, что такое фунт стерлингов? Ну, фунт – это же ясное дело, это единица веса. Даже я не знаю, что такое стерлинги, но ясно, что речь идет о фунтах того, что называлось стерлингами. И так далее. Потом на роль товара-эквивалента выбилось золото. Почему? Во-первых, потому что маленький объем и вес заключает в себе большую стоимость, и поэтому большое количество других товаров можно на малую величину этого товара приобрести. Правильно? Поэтому товаром-эквивалентом является поступать начинает золото. Потом выясняется, что люди по дороге, пока они, так сказать, это золото туда-сюда передают, они успевают от него откусить, или оно стирается, или, так сказать, специально от него отщемляют кусочки. И чтобы этого не было, стали чеканить монету и на монете ставить величину. Если, допустим, 3 грамма, так 3 грамма и писать на этой самой монете. Золотая монета. От нее, хоть она отчеканена, но на ней прекрасно можно точно так же откусить или с края там что-то отнять. И по-прежнему, как выясняется, она свою функцию обмена выполняет. Мне-то она не нужна, эта монета. Я эту отдал, а вы ее отдадите другому, а другой отдаст третьему. И эту функцию, средство обмена, монета выполняет, даже будучи поврежденной. Что никак не могут понять некоторые наши непросвещенные граждане в этих новоявленных банках, когда говорят, ой, у вас рваная бумажка. Так она, смысл этой бумажки в том, чтобы она была рваной. Смысл в том, что это не она-то вообще не является товаром, эта бумажка. Эта бумажка является чем? Просто представителем товара. Вы на эту бумажку должны всегда быть в состоянии поменять
выменять какое-то количество золота. Ну, вы знаете, что, в принципе, есть золотые слитки, можете, или монеты, которые вы можете приобрести в банке. А бумажки эти надо заменять, и все на новые. И этим должно заниматься государство. Поэтому, если вы залезете к себе в карман, достанете кошелек и достанете там какую-то купюру, так это деньги или не деньги? А? Нет. Ну, как я объяснял, что это бумажка. А вы не видите, что это бумажка? Какая деньги? Какие она, посмотрите, она только средство. Она представитель денег. Вот вы знаете, что вот товарищ Лавров является представителем нашего государства или представителем президента Путина. Вы Лаврова и Путина не путаете, нет? Ну, это деньги. Они сами по себе, потребительная стоимость и другой, кроме как средством обмена. Только потому, что они представляют. Я могу на них, по идее, получить реальные деньги, то есть золото. Или другие драгоценности. Платину, там, серебро. Но 50, наверное, маловато для этого. Надо будет как-то сумму увеличить. Но это уже детали. Поэтому это не деньги, а представители денег. Так вот, монеты являются, стали представителями денег тогда, когда цари и короли, которые чеканили монеты, поняли, что они тоже могут, так сказать, сразу откусить. Написать 3 грамма, а реально поставить 2 грамма. Затраты меньше, а результат тот же. И стали цари к этому прибегать. А потом говорят, а зачем нам это? Давайте такую же величину стоимости, там, хоть и написано золото, возьмем медные монеты и сделаем. Хоть они и не золотые. И никто, так сказать, и спокойно оказалось, что можно с помощью этих медных монет проводить операции обмена. А потом взяли и бумажные сделали. А это уже как медные, так и бумажные. Это явно представители денег. Что касается медных монет и бумажек, это все одно и то же. У нас сейчас из чего делаются монеты? Скажите, пожалуйста, с какого металла? Вот некоторые говорят, что у нас рубль деревянный. Это правильно? Это неправильно. Показываю. Вот у меня чехол для телефона на магнитном замке. Беру 10-рублевую монету, прикладываю. Все видят. Это значит, из чего сделан 10-рублевая монета? Из меди, да? Из никеля. Из чего? Не понял. Какой металл? Слабый. Что значит слабый? Ничего не понял. Медь с примесью других металлов. Ну как вы думаете, медь с примесью других металлов будет? Нет. Будет к магниту так прилипать, нет? Что вы говорите? Попробуйте вы медь с магнитом поднять. Ну, это к истории не имеет отношения, но вообще это товарищи, я думаю, должны знать, что притягивает магнит что? Только железо. Железо. Так что рубль у нас не деревянный, а железный. Но покрытый с прикипью, вот как раз той самой примесью, о которой вы хотите говорить. Вот он снаружи покрыт медно-никелевым сплавом. Снаружи. Это железка, которая покрыта так для красоты. Еще 2 года назад это был медно-никелевый сплав. А теперь, если вы чувствуете тяжесть в кошельке, то это не от того, что у вас денег много, а от того, что они теперь стали не медно-никелевые, а остальные. Поэтому и оттягивают карманы. А так-то они обесцениваются, как вы понимаете, наоборот. Деньги. И вот с развитием товарного производства постепенно и денежного обращения появились такие пункты, где товары обмениваются на деньги, а деньги обмениваются на товары. А обмен товара на деньги – это что? Продажа. Обмен товара на деньги – это что? Что? Продажа. Продажа. Громче говорите. Если правильно вы считаете. Если считаете, что неправильно, лучше молчите. А если правильно, говорите громче. Продажа. А обмен денег на товары – покупка или купля. Так вот, так сфера купли-продажи называется как? Рынок. Правильно. Смена сфера купли-продажи называется рынок. Так что означают эти вот высказывания, которые очень у нас бурно и широко
распространялись, начиная с начала 90-х годов. Идем на рынок. Это что значит? То есть из производства уходим, ничего не производим, распродаем то, что в России еще не распродано. Так? Ну, раз мы уходим на рынок. Ну, раньше там писали в Гражданской, все ушли на фронт. Райком закрыт. А тут говорят, завод закрыт, все ушли на рынок. Чем торговать будете? А что попадется? Что удастся, то и продадим. И до сих пор так и продают. Потом говорят, у нас этот рубль начинает, значит, падать, потому что у нас увеличили цены на нефть. Упали. Вообще у нас рубль должен зависеть от цен на нефть. В Японии есть нефть? Нету. И что там с иена так прямо и падает, что ли, от этого, от нефти? Ну почему, если мы богаче, чем в Японии, а у нас еще и нефть есть, то у нас должна обязательно единица падать. Ну, если мы специально не хотим сделать, чтобы под этим предлогом, вам расскажут, что ой, беда, все падает, и у вас 10%, 12% изымут из карманов с помощью инфляции. Если это имеется в виду, то, конечно, я сейчас вам изображу, как нам тяжело. У нас рубль падает, и из вашего кармана в мой карман быстренько перетекают средства. То есть, если вы меньше купить можете на эти средства, которые раньше получали, значит, другой кто-то может больше же купить. Они останутся. Государство должно платить меньше тогда, то есть иметь меньше продуктов, запасов, меньше закупать, если оно должно обеспечить пенсии, пособия, стипендии и так далее, то, значит, 12% – это вот в расчете на весь год, значит, 6% годового дохода – это уже уменьшение. Поэтому вот тот, кто понимает, что такое рынок, тот должен понимать и нелепость такой вот идеи, что давайте это, все ушли на рынок. Все должны заниматься производством, а часть людей должна заниматься реализацией того, что произведено. Часть и меньшая, правда? Странно было бы, если бы основная масса людей занималась бы торговлей. Вы иногда видите, производство сокращается, а ларьков все больше, а магазинов все больше, они друг с другом конкурируют. Потом лопаются. Приходишь, уже этого магазина нету. Потом этого нет. И никогда не знаешь, что ты туда пойдешь, а там закрыто или открыто. Потому что, ну, если все ушли на рынок, так откуда появятся товары, которые продавать? Так вот, как только производство товаров стало всеобщим явлением, последний барьер, который был для того, чтобы товар действительно стал всеобщим, это был барьер, связанный с тем, что было крепостничество. Да? Что значит крепостничество? Это значит, что продавали крестьянина. Крестьянина можно было продать крепостного? Купить. Вот мне понравились вот две тут, так сказать, студентки, я их купил. А вы вот ответили мне, хорошо, я и вас купил. А вы тоже ответили, и вас купил. Ну, у меня уже собирается какое-то количество. Купить я могу. Как можно было крестьян купить? Землей можно было купить? У вас там большой участок, нет? Но эти крестьянки, они у другого помещика. Я вон, вот помещик у них сзади сидит. Я с ним договорюсь. Отдадите этих крестьянок землю. Большую сумму даю. Нет, в два раза больше даю. В три раза больше даю. Жмот. Ну ладно, украду. Короче говоря, если раньше продавали людей, то с освобождением от крепостного права появилась возможность использовать эту свободу. Если люди вот свободны, как птицы, вот они совершенно стали свободны, у них ничего нету, ни земли, ни еды, а у меня есть средства производства, фабрика. Они ко мне приходят по знакомству, я им лекции читал, и говорят, Михаил Васильевич, нельзя ли у вас поработать? Я говорю, знаете, у меня можно, но у меня такая низкая зарплата. А зарплата – это что? Плата за труд. Да нет. Ну что за плата за труд? Если была плата за труд, то какого-никакого смысла бы не было вести мне свое производство. Сколько я, значит, если бы это был эквивалент труда, какой смысл мне поменять одно шило на мыло? Это не плата за труд, это цена рабочей силы.
Цена рабочей силы. А цена – это денежное выражение стоимости товара. Денежное выражение стоимости товара. Вот я им сообщаю, что цена на рабочую силу сейчас, знаете, какая на рынке? Низкая. Уж вы подумайте, погуляйте еще. Они пошли погуляли 2 дня. Есть нечего. Приходят и говорят: Михаил Васильевич, давайте уж поработаем у вас. Но это что значит? Что я купил? Купить уже людей нельзя, они не рабы. Б. Они не крестьяне. 2. А купить можно рабочую силу. Это что значит? На 8 часов в день. Нет, не на 8, это сейчас на 8, а было на 12. 12 часов в день. Вот вы продали свою рабочую силу. Вот в 6 часов утра, пожалуйста, будьте добры. 6 плюс 12, сколько получается? 18. В 6 часов вечера, пожалуйста, домой, до свидания. Вот вы свободны. То есть, что значит свободны? Как что хотите, то и делайте. Меня абсолютно это не волнует. А вот с 6 до 12, до 18 часов, вот что скажут вам, то и делайте. Потому что вы продали свою способность к труду, свою рабочую силу, и ей распоряжается тот, кто ее купил. Я купил. Раз я купил, я и распоряжаюсь. А вы вот не хотели продавать? Вообще мы в буржуазии собрались и отвергли ваше все крепостничество. Свергли вас. А во Франции вам бы еще и голову отрубили за то, что вы охраняете это крепостничество. В Великую Французскую революцию. Но у нас так обошлось. У нас народ добрый. Такие зверства не осуществлял. Что получилось? Появился такой товар на рынке, который обладает замечательным свойством. Каким? Что его стоимость гораздо меньше, чем стоимость тех товаров, которые он может создать. Что такое? Чем определяется стоимость товара? Вот чем определяется стоимость вашей рабочей силы? Ну, тем, чем определяется стоимость всякого товара. Количеством труда, которое пошло на его воспроизводство. То есть, надо посчитать, сколько... каких товаров нужно для вашего воспроизводства, с учетом воспроизводства семьи работника, вот все это посчитать, вот это и будет стоимость. Разделить на количество дней, соответственно, которые вы отработаете в течение, так сказать, всей жизни, и получится, сколько вот в день она стоит или сколько в месяц. Вот сколько в месяц будет стоить ваша рабочая сила, и это зарплата. Но это, конечно, стоимость, а я могу и ниже стоимость у вас купить, особенно если вы не организованы, требовать ничего не можете, вас мало, профсоюза у вас нет, поэтому и за полцены могу купить вашу рабочую силу. Так? В итоге получается, что вот есть некий труд необходимый, который они совершают в течение рабочего дня. Необходимый труд. Этот труд необходимый для чего? Для того, чтобы они покрыли стоимость своей рабочей силы. Это они делают в первые 3 часа. С 6 до 9 утра. А с 9 утра до 18 они работают уже на меня. То есть они создают прибавочную стоимость. Это прибавочный труд. По прибавочным трудам создается прибавочная стоимость. Вот тайна капиталистического производства, которую раскрыл Адам Смит, а Маркс показал закон движения, раскрыл закон движения современного ему общества. То есть он показал, как это все дальше развивается. Теперь, если появляются машины, которые позволяют избавиться от этого труда, да, то в этом случае, если машина дорогая, а труд у них дешевый, так я еще наберу тут 2, да вот вы пойдете, и вы, и глядишь, я и выкопаю канаву, какую мне надо. Экскаватор мне не нужен. Как и сейчас, пока есть много гастарбайтеров за малую зарплату, зачем экскаваторы производить, их они будут производить. И наоборот, если у них цена будет рабочей силы в 2-3 раза больше, вот заработная плата у ее уровня – это граница применения машин. Чем ниже зарплата, тем менее механизированным является производство. А зачем механизировать? Ну, мало 5 гастарбайтеров, 10, мало 10, 100. Большую яму нужно вырыть, 200.
Зачем шагающий экскаватор? 200 гастарбайтеров пусть роют. Дешевле. Поэтому некоторые думают, что, вот, скажем, подъем, повышение зарплаты наносит вред развитию капитализма. Это неверно. Повышение зарплаты идет на пользу развитию капитализма, потому что капиталисты тогда идут на применение машин. А если это низкая зарплата, зачем применять машины? У Маркса есть в «Капитале» глава «Абсолютная относительная прибавочная стоимость». Чем больше рабочий день, если его еще удлинить, сделать не 12, а 13, пускай приходит к 5 утра. В конце концов, в деревне-то работали из полпятого, да? Ничего страшного не будет. Тогда будет 3 часа, они будут работать на себя с 5 до 8, а с 8 до 18 – 10 часов на меня. Это хорошо. Это называется абсолютная прибавочная стоимость, то есть то, что за счет удлинения рабочего дня. А можно сделать по-другому. Величину рабочего дня не увеличивать, потому что они начинают плохо работать. Что-нибудь поломает мне на фабрике, на заводе, а я потом буду разбираться. Поэтому, значит, оставляем им короткий рабочий день, 12 часов, 13 не даем, а применяем еще машины, и тогда они сумеют не за 3 часа выработать стоимость своей рабочей силы, а за 2. То есть на себя они будут работать уже не с 6 до 9, а с 6 до 8, а с 8 до 18, 10 часов будут работать на меня. Вот это относительная прибавочная стоимость. Надо видеть, что вот если сокращается рабочий день благодаря борьбе рабочего класса за повышение заработной платы, и тем самым рабочий класс отказывается работать так много в течение столь большого времени, и это, так сказать, идет в форме забастовок, то, как пишет Маркс, забастовочная и вообще классовая борьба входит в стоимость рабочей силы. Если нельзя заставить столько часов работать, значит, будут работать меньше. Будете вы работать не 12 часов, а 11 часов. Но тогда мне придется применять машины, чтобы получить ту прибавочную стоимость, которую я хотел. То есть капиталист вынужден будет в случае сокращения рабочего дня применять более активно машины, как и в том случае, когда ему нужно увеличить вообще свою прибавочную стоимость. Поэтому с капитализмом связано развитие машинного производства, а развитие машинного производства, стимулом развития машинного производства является классовая борьба рабочих за повышение заработной платы, за увеличение необходимого труда. Рабочий получает заработную плату, а капиталист, вам хорошо, получили зарплату, ни о чем думать не надо, поработали 12 часов, идите домой спать. А у капиталиста голова болит, потому что у него фабрика, и средства производства начинают стареть. А что значит стареть? Это надо их новые покупать. Существует такое понятие, как амортизация. Такой процесс, который сводится к тому, чтобы заменять устаревшую технику на современную. Или на новую, по крайней мере, на новую, чтобы процесс производственный не остановился. Морт – это смерть, а морт – это отсутствие, бессмертие, амортизация. Чтобы процесс капиталистического производства был бессмертным, надо заменять технику. Ну вот если привести пример из современной России, в современной России примерно основные производственные фонды, то есть машины, здания, оборудование, все это составляет примерно 73 триллиона рублей. Значит, если сделать нормальную замену в 10 лет, чтобы менялась десятая часть, за 10 лет менялась десятая часть, за каждый год, чтобы менялась десятая часть, чтобы за 10 лет можно было полностью обновить,
и так все время это делать, каждый год менять десятую часть, у вас не будет техники старше 10 лет. Вы не можете попасть ни на одно производство, не можете там увидеть, что там техника старая, старая, престарая в России. Ее не меняют. А эту самую норму амортизации полагается соответствующие средства, которые относятся на издержки производства, положить на счет, приобрести на них новую технику и... Что делают вместо этого наши так называемые новые буржуа? В отличие от старых буржуа, которые все-таки амортизацией занимались. Они отправляют эти все средства в прибыль, а прибыль отправляют в офшоры. Она в офшор, на офшорные деньги покупает острова. У вас есть острова? А у нас? У нас? Просто вы неудачник. А удачные люди, они уже имеют острова. Далее. Что ж тогда, так сказать, такое капитал, по отношению к которому мы такое применяем понятие, что и с этим капитализм. Капитал – это самовозрастающая стоимость. Вот смотрите, я потратил деньги, если я капиталист, на средства производства, на зарплату. Была одна сумма капитала моего. С – обозначение для средств производства. В – обозначение для зарплаты. С плюс В. А получил С плюс В плюс М. Стоимости в виде товаров. Продал эти товары. М – это прибавочная стоимость. Чтобы мой капитал был самовозрастаемый, что нужно делать? Часть этого М отправлять снова в производство, на его расширение. Делают наши эти капиталисты нынешние, которые с 90-го года объявились? Не делают. У нас самовозрастающая стоимость сейчас в России или самоубывающая? Вы наблюдаете, наверное, по статистике, что говорят, вот в этом году у нас производство в России сократилось на 3,4%. А мы такие хорошие, великие, прогрессивные. Что-то вы такие хорошие, великие, прогрессивные, и у вас производство сократилось на 3,4%. Что произошло-то такого? Объясняю, что произошло, наши дорогие капиталисты, которые вышли не из инженеров, как было после феодализма, не из купцов хозяйственных, как было после феодализма, не из изобретателей, как было после феодализма, не из вообще творчески мыслящих людей. Ну, а нынешние капиталисты – это вот, что про них народ говорит, золотая цепь на дубе том. Золотая цепь есть на дубе. Ну, что вы хотите? Они не соображают, что нужно, что по законам, согласно диалектике развития капитализма, нужно часть прибавочной стоимости, часть этого М накоплять, то есть отправлять на что? На приобретение дополнительных средств производства и зарплату для дополнительных работников, чтобы у нас заводы не сокращались, а увеличивались. Больше людей, там больше техники, а техники в большей степени больше, чем людей. Имеется в виду, что все меньшее количество людей могут приводить все большее движение, все большее количество техники. Идет у нас процесс накопления. У нас в противоположность капитализму. Люди хотели построить капитализм. Ну, стройте. Вы хотели сделать капитализм? Ну, делайте. А что делают? А жалко нам накоплять. Поэтому государство должно было приводить бы в чувство, как единый орган, чей? Капиталистический орган. Орган класса капиталистов, который исходит не из интересов отдельных капиталистов, а из интересов класса капиталистов в целом. Он должен был бы что делать? Заставлять капиталистов, скажем, 60% от этого М направлять в производство. Тогда бы мы не рассуждали на тему о том, вырастет у нас, не вырастет производство в следующем году. А как он может вырасти, если вы ничего не сделали для того, чтобы оно выросло? Если вы хотите, чтобы у вас выросли цветы, надо семена цветов посадить, а не пускать пузыри, как делает у нас
Улюкаев, министр экономического развития. Не знаю, когда он, с какой стати он считается экономистом, как он стал министром. Я просто удивляюсь. Человек, который элементарных вещей не знает, не знает, что для того, чтобы увеличилось производство, что нужно сделать? Ну, нужно осуществить накопление капитала. То есть надо направить. Ну, а 40% – это уже Куршавель. На 40% идите, кутите там, пейте, гуляйте, катайтесь, покупайте острова. Ну, нельзя же на 100%-то кутить, гулять. То есть это противоречит логике самого капитализма. То есть поэтому у нас, к сожалению, после 90-х годов в кресло капиталистов села всякая шантропа, которая этим капиталистическим делом не занимается. А оправдание капиталистического капитализма вообще только в развитии производительных сил. Сам по себе строй эксплуататорский, а если он еще и производство не развивает, нет ему вообще оправдания никакого. Гибнет производство. Пройдите по полям, где росли наши станки, по заводам, где производились станки. Где Ивановский станкостроительный завод, возглавляемый Кабаидзе, который производил обрабатывающие центры? Нет, да его нету. А где завод имени Свердлова на набережной Свердловской, который на экспорт отправлял станки? Нету завода Свердлова. А вот около моста Кантемировского был завод Ильич. Я там был, лекцию читал. Недавно прохожу по Белостровской улице, четырехэтажное здание, наверху с золотом написано. Ильич. Золотом, думаю, ну, завод, наверное, возродили. Так, золотом написали. Потом говорю, ну что это, что мне в голову сбрело? Какой завод? Бизнес-центр Ильич на месте бывшего завода. Мы, говорит, бизнесом занимаемся. Каким вы бизнесом занимаетесь, когда вы завод уничтожили, бумажки там пишете? Договоры там, соглашения и прочее, ставите в штампики. То есть нынешние так самозваные капиталисты не отвечают понятию капиталистов. Вот человек, который не отвечает понятию человека, как называется по Гегелю? Сказать? Дурной человек, а не по Гегелю, а просто по-простому дурак. Ну, не отвечает своему понятию человека. Вроде человек, руки, ноги, голова, но глупости какие-то несет. Так и капиталист, который не отвечает своему понятию, дурной капиталист. Но мы все равно, он дурной капиталист, но мы знаем, что такое капиталист, какой он должен быть, по крайней мере, по смыслу капиталиста, самовозрастающая стоимость. Теперь, скажем, во всех странах капиталистических, кроме нашей, везде есть налог на наследство. Допустим, вот вы миллиардер, у вас 18 миллиардов долларов, и у вас есть сыночек, лоботряс. Ну вот поскольку там капиталистический класс такой уже сознательный, он прекрасно понимает, что не надо этому лоботрясу, чтобы переходили эти заводы металлургические, он же все это уничтожит их. Поэтому до 90% доходит налог на наследство. Вы хотите, заплатите этот налог и тогда занимайтесь. Если вы такой, так сказать, уже оперившийся предприниматель, пожалуйста, заплатили и дальше действуйте. А если нет, не можете заплатить налог на наследство, значит, вот 10% вам, вы можете их растратить. Но 90% будет сохранено для производства. Какого? Капиталистического производства будет сохранено. У нас нет, налога на наследство нет, отменено, пожалуйста, не надо, ничего не надо. Во всех странах имеется прогрессивная система налогообложения. Что значит прогрессивная система налогообложения? Вот если вы получаете 10 тысяч рублей, вы платите, допустим, нисколько. А если вы 20, то чуть больше, а 30 еще больше. А миллион еще больше, а миллиард больше всего. Например, во Франции Оланд, он что, коммунист? Нет, социалист. Кто такие социалисты? Это партия буржуазии под названием «социалисты». Это буржуазная партия. И вообще после 2014 года все социалисты – это буржуазные партии, как одна. Он организовал производство французское так. Налог на доход – 50, максимальный, начинается шкала,
Чем больше доход, тем больше налог. До 56,8%. Вот вы получили миллиард евро. Будьте добры, 568 миллиончиков отдайте в казну. А на 432 миллиончика можете гулять. И дальше это ваше дело там накапливать. Чего там будете делать? Но 568 отдайте. Поэтому такого вот стона, как у нас вот стонут люди, кругом миллиардеры, которые не знают, куда деньги девать. И с каждым кризисом их становится все больше. В это время выходят люди вроде такие, как Владимир Дмитрий Анатольевич, мне говорят, денег нет. Так вы их не берете, их и нет. Откуда они? Они что же не растут, они в Кремле. Они же только могут появиться в результате развития производства, правда? Какого? Капиталистического, которое есть, другого-то нету. Или вам что, коммунисты будут делать эти самые товары? Ну, вы сделали капиталистическое производство, так и развивайте его, вперед. Когда тут был социализм, там не было падения 3,2. Там было 10% все 50-е годы. 10% прироста производительности труда было. А сейчас падение даже производительности труда. Ну, а правильно делает Оланд? Да он правильно делает. С позиции кого? С позиции кого мы должны оценивать капитализм? Прежде всего, с позиции буржуазного класса. Правильно? Вот Оланд, представитель же буржуазии. Значит, 56,8% заберем с богатых самых. Потом из бюджета будем заказы делать на то, что нужно государству. За государственные заказы бьются во всем мире капиталисты. Правда? Потому что это надежно, это выгодно. Кто получит эти заказы? Ну, вы понимаете, кто больше сдавал, тот больше и получит. Кто получит заказы от государства? Самые крупные капиталисты. Поэтому они сейчас сдали, сегодня сдали, а завтра получат еще больше куш. В итоге этой операции из двух частей, первую часть люди видят, думают, а сколько много берут. Мелкие такие предприниматели, вроде и артисты, убегают даже в Россию и паспорт меняют на русский из Франции. Ой, так много берут денег. Это мелочь. А крупные понимают, что они получат крупный заказ и обогатятся. Ну, как вот идет вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Если вы выдыхаете, да не расстраивайтесь, вы еще вдохнете. А если вдохнули, не расстраивайтесь, вы еще выдохнете. Чего вы волнуетесь? То есть, если вы рассматриваете весь процесс, досмотрите его до конца, то вы увидите, что при наличии прогрессивной системы налогообложения у государства всегда есть деньги на развитие. Чего? Науки, во-первых. Потому что без науки сегодня производство не пойдет, потому что производство современное – это технологическое применение науки. Она говорит, науке мы столько денег не дадим. А кому дадите? А никому не дадим. Всем на 10% урежем. Но если вы всем урежете на 10%, все России все будет меньше, 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 меньше. И будет маленькая-маленькая Россия, и легко будет управлять. Здорово будет, хорошо. Или развитие капитала связано и не только с накоплением. Есть всеобщий закон капиталистического накопления, что вот должно это осуществляться. При этом получается, что органическое строение капитала, то есть соотношение, выраженное в денежной форме, средств производства и зарплаты все время уменьшается по отношению к зарплате. Все больше старого накопленного труда и все меньше живого. Чем все больше делается с помощью техники, все меньше прилагается живого труда. Вот этот процесс идет, а для того, чтобы вы сильно много не требовали, вот смотрите, вот следующий ряд – это безработные. Вот все они безработные. Если вы будете кочевряжиться и требовать больше зарплаты, то мы вас уволим, а они сразу же придут. Поэтому нет такой капиталистической страны, где бы не было армии безработных. Причем это делается очень просто. Надо знать, сколько рабочих мест. Это просто статистика. Значит, если я знаю, сколько у нас рабочих мест, значит, надо подсократить рабочие места, чтобы была безработица. Каждый из вас, вот лично он, может попасть на работу, но все вместе вы вот там, уже следующий ряд, уже никак не попадете. А вы должны думать, что вы тут будете требовать у меня дополнительную зарплату. Стипендия, видите, вам показалось, 1480 рублей мало. Зазнались.
заелись, как некоторые говорят. Здоровые, молодые, идите работать. Ко мне лучше идите работать. А тут не надо к ним выходить, а то у них будет большая прибыль. Идите ко мне, лучше у меня будет прибыль. Короче говоря, в этом процессе совершается и процесс абсолютного обнищания. Абсолютное обнищание надо понимать в буквальном смысле. В буквальном смысле, то есть по законам капитализма, развития капитализма, работник живет все хуже и хуже. Но если он организовывает забастовки и ведет классовую борьбу, то он в разовом порядке резко повышает свою заработную плату. Поэтому если вы будете рисовать график благосостояния работников, он будет выглядеть так. Вот он все время убывает. Но все знают, что у нас инфляция идет. Это что означает? Что у вас все время из кармана вынимают деньги. Вот идет здесь. Потом вдруг вы запротестовали, забастовали и добились. Россия этого не проводит, всеобщие забастовки. А в других странах проводили, проводятся. Ну, не все общие на отдельных предприятиях. Я знаю, докеры бастуют, авиадиспетчеры все повысили с 15 тысяч, сейчас у них от 40 до 250, благодаря тому, что они дружно бастовали. Раз у вас вот сюда выскочила зарплата, на завтрашний день после повышения зарплаты инфляция-то идет, она у вас отъедает. И снова до очередной забастовки. По своей инициативе, вы видели, чтобы кто-нибудь повысил зарплату по своей инициативе, какие-то предприниматели, своим рабочим? Видели такое, нет? Правильно, нет таких дураков. Что мы будем вам повышать? Вы не хотите бороться, значит, вам не надо. Вам и не повысим. Вы будете бороться, придется повысить. Что мне делать? Я же без вас не могу обойтись. И так далее. Что получается? В целом можно сказать, что если вот эти точки взять, конечные, получается, что вот за течением времени это больше, чем там в начале века. То есть получается рост благосостояния, но весь этот рост обеспечен не благодаря экономическим законам капитализма, а благодаря тому, что колеса все останавливаются, когда проходит забастовочная борьба. То есть рабочий класс сам себе повышает заработную плату. Да это и правильно. Вот кто у нас? Вы продавцы товара или покупатели? А? Вы кто? Какие покупатели? Вы продаете свой товар, у вас рабочая сила. Я покупатель. Если вы продавцы, кто должен устанавливать цену, продавец или покупатель? Ну, золотые слова. А вы ждете, когда я повышу вам зарплату? Ответ знаете какой? Вы видели таких дураков покупателей, которые будут повышать цену на то, что они покупают? Ну, подумайте на меня, похож я на такого дурака? Да ни за что я никогда не повышу цену на то, что буду... Вот представьте, я сейчас пришел бы в буфет. Пришел в буфет, сказал, почем у вас пирожки? Они говорят... 30 рублей. Я говорю, сберу за 60. Скажут. Вот. Потом говорю, а кофе? А кофе, говорит, о, 30. Беру за 70. Точно, это из Института философии. Сделает вывод. И скажут, что не зря наш этот дом покрасили в желтый цвет, свежий. Таких дураков и сумасшедших, которые собираются повышать цены на то, что покупают, нету. Поэтому не надо ждать от капиталистов повышения зарплаты. Дескать, когда повысят нам зарплату? Никогда. Когда вы сами себе повысите, тогда она и повысится. А как можно повысить зарплату? Вот есть у Маркса такая работа «Нищета философии». Это ответ на книгу Прудона «Философия нищеты». Прудон там говорит, вот, дескать, нельзя бороться за зарплату, иначе, значит, все цены вырастут. Маркс показывает, как, при чем тут цены-то? Если вы повышаете себе зарплату, то по-другому разделяется созданная стоимость. Если раньше, допустим, вы 3 часа работали на себя, а девять на меня, то теперь вы будете 4 работать. Нет, вы теперь 4 будете работать на себя, а 8 на меня. Вот и все. То есть дележ будет другой. А если вы еще будете бастовать, ну, будет половина. 6 часов на себя будет работать, 6 на меня. Вот при чем тут цены? Цены не касаются этого дела. Это распределение. Другое дело, что тот капиталист, у которого зарплата его рабочих повышена, хочет это компенсировать. Он пытается, значит, повысить цен,
цены на свой товар, не очень-то это получится. Потому что спрос сразу упадет на его товары. Так просто не получится. Но если идет всеобщее повышение цен, значит, должна быть всеобщая борьба за повышение заработной платы. Поэтому закон абсолютного обнищания, он как экономический закон действует, как исторический – нет. Потому что рабочие-то борются, и поэтому и рабочего дня такого нету. Вроде бы уже и нет, не стало уже. Можно было бы сказать, тогда, когда существовал Советский Союз, а сейчас можно сказать, что сейчас редкие случаи, когда сверхурочные работы учитываются и оплачиваются. По закону, по Трудовому кодексу, который у нас принят буржуазным парламентом, считается, что первые 2 часа сверхурочные оплачиваются в полуторном размере, а последующие – в двойном. И вы, наверное, знакомых имеете, как там здорово оплачивают сверхурочные работы. Практически вообще не оплачивают. В одинарном. Хотя это отражает, что вот чем больше вы работаете, тем больше вы уже труда затрачиваете. Больше нервов, рук, мозга и так далее. То есть больше рабочей силы вы затрачиваете, если удлиняется рабочий день. В короткое время можно в охотку поработать, а когда длительное время, то это идет разрушение организма. В двойном размере запрещено законом работать сверхурочно более 4 часов в течение 2 дней. Соблюдается? Не соблюдается. А какая ответственность, если я, вот предприниматель, заставлю их работать не 4 часа, а 8 в течение 2 дней? А никакой. Никакой ответственности не предусмотрено за нарушение этих вот норм, которые записаны в Трудовом кодексе. Это соответствует вообще правилам составления, буржуазных законов. Вот вы имеете право есть на золотом блюде, если оно у вас есть. Вам нравится такой закон? Если нет, приходите ко мне, я дам лизнуть. А я возьму в долг у нее, а она у него. То есть провозглашение всяких прав и свобод при полной невозможности их реализовать. Вот можете подойти к бомжу и разъяснить ему, который на помойке сидит, что у него есть право на жилье. Право есть у него на жилье? Да. А что, чего у него нет? Жилья. А право есть. Поэтому это вот провозглашение прав, всяких пышных, пустые слова, декларации. В «Капитале» Маркс специально рассматривает во 2-м томе вопрос об обращении капитала. То есть, собственно, переходит к рынку. Потому что том 1 «Капитала» – это процесс производства капитала. Он толстый. Процесс обращения капитала уже не такой толстый. Мы обращаем только то, что произвели. И в этом томе рассматривается торговля, как она осуществляется. Она очень важной сферой является. Она доставляет товар потребителям, потому что товар имеет стоимость и потребительную стоимость. Но в этой сфере торговли имеются транспортные расходы, в этой сфере имеются затраты, связанные с погрузкой, разгрузкой, распределением и так далее. То есть в этой сфере присутствует и собственное производство. Упаковка. Сейчас упаковка важнее, чем то, что упаковывается. Это я приехал в гости к своему товарищу, более молодому, в Нижний Новгород, заведующему кафедрой экономической теории и методологии, доктор экономических наук Золотову. Мама у него, Людмила Александровна, купила большую такую коробку конфет к чаю. И вот чай вскипятили, заварили, открывает коробку конфет. Там на широком поле, в отдельных местах, в отдельных ямках лежат конфеты шоколадные. Она так посмотрела грустно на эту коробку, взяла вот такую маленькую плошку стеклянную и туда сыпала в эту плошку все эти конфеты, а коробку эту выбросила. Упаковка же очень важна, да? Очень важно, какая упаковка. Там можно по себе покопаться и в этой упаковке найти там то, что там упаковано. Некоторые делают бизнес на этих упаковках. Зачем делать много какого-нибудь предмета потребления, когда надо сделать больше упаковок и больше денег получить? И так далее. Тем более, что
как вы себе, наверное, представляете, кто получает больше денег от производства молока? Те, кто его на самом деле производит, или те, кто его продают? Сетевые магазины больше получают, или те, кто делают молоко, вот тех, у кого фермеры там, или сельскохозяйственные предприятия. Сельхозпредприятия отдают молоко по 20 рублей за килограмм, за литр. А продают 50 и больше, да? То есть основной доход получают не те, кто производит, а те, кто торгует. Но это важная сфера торговли, без нее не может быть. Без реализации не может быть возвращения в сферу производства накопленного капитала. Правильно? Если вы произвели больше продуктов, значит, произвели больше стоимости, стоимость должна вернуться. А если нет торговли, если товар сгниет, пропадет, то капитал не будет накопляться. Не может быть движение капитала, самовоспроизводство капитала, самовозрастающей стоимости без обращения. И, наконец, вот все эти вот рассмотрения Маркс делает предположение, что никто никого не обманывает. Потому что долгое время считалось, что прибыль берется из обмана. Если я с вами тут торгую, я так и сделал, что вот после этого обмена вы пришли домой, у вас мало денег, а у меня много. Так мы вроде бы говорили, так все ля-ля-ля-ля-ля, потом вот так разошлись, а у вас и нету денег. А в чем дело? Так вот, чтобы этого не было, Маркс предполагает, что все продается строго по стоимости и показывает, что если все по стоимости, я же по стоимости у вас вашу рабочую силу покупал. По стоимости. Все по-честному. Покупал. А дальше я получил потребительную стоимость, я ее использую. Это уже мое дело, как использовать. То есть все как бы по-честному. То есть товарный характер производства задает законы. И эти законы так и расписывают. Поэтому те, которые говорят, вот капиталисты грабят, обворовывают рабочих. Это неправильно. Воровство – это разовый такой акт. Я пошел и у вас что-то украл. А вот этих двоих пошел и ограбил. Но не один. Я вот, у меня три товарища, вот те, они мне обещали в случае чего помочь. Я пришел и сказал, видите, там вот этих трех ребят, отдайте мне по 5 рублей каждый. Вы говорите, да, посмотрели, они говорят, я с удовольствием отдадим. Но это в разовом опять порядке. А что такое капиталистическое производство? Когда прибавочную стоимость каждый день, с вас все время берут. Да это несравнимо с этим. Да это грабеж и воровство, это тьфу по сравнению с капиталистической эксплуатацией. Это мелочь. Это даже и говорить об этом не следует. Да грабители и воров само капиталистическое государство преследует. Правильно? А то, не дай бог, у него сворует, у государства или у кого-то из сильных мира сего. Но на всякий случай есть закон об оружии. У кого есть деньги, может купить себе лицензию, да, и привлечь, так сказать, в аренду оружие и иметь охранную структуру. Отбиваться с помощью этой охранной структуры от всех тех, кто нападает на вас. А на них они не нападут, потому что они вооружены и опасны. И это вот... Так сказать, предположение. А в третьем томе «Капитала» Маркс от этого предположения отказывается и говорит, а на самом-то деле не по стоимости продают товары, а на самом деле существует братство капиталистов, потому что я, допустим, занимаюсь металлургическим производством, а вы занимаетесь производством воздушных шариков. У меня структура капитала такая, у меня вот здание, сооружение, доменные печи, сколько много всего. А, собственно, рабочей силы – это мало по отношению к этому всему. А у вас наоборот. Все сидят и надувают эти шарики. Поэтому, ну уж, если у нас капитализм, давайте уж по-братски. Да? Все, ужасная революция была в чем? Свобода, равенство, братство. Братство чье выяснилось? Капиталистов братство. То есть, сколько бы я ни вкладывал, одинаковая прибыль должна быть на равный капитал. Правильно? Как это достигается? По договоренности? Нет. До тех пор будет перетекать, он свободно перетекает капитал в те отрасли, где большая прибыль, пока не уравняется норма прибыли. Если он еще дальше перетекает в эту область, в эту отрасль, то там норма прибыли будет меньше, то есть на тот же капитал получает меньше, чем в других отраслях. Дураков больше нет туда направлять свое производство. Оттуда будет утекать. И так будет, туда-сюда будет ходить, конечно, капитал, но в целом уравняется равная прибыль на равный капитал. И поэтому цена
на поверхности явлений капиталистической экономики – это такая цена, которая обеспечивает равную прибыль на равный капитал. Тогда мы все уже братья. Нам не важно, кто куда что вложил. Сколько вложили – вот что важно. Вы мало вложили – мало получите. Я много вложил – много получу. Во сколько раз я больше вложил, во столько раз больше и получу. Вот подлинное равенство, вот оно. А это вообще не люди. Мы их купили, рабочую силу, пусть, так сказать, как хотят, так и живут. Вот как обстоит дело. Равная прибыль на равный капитал обеспечивается ценой производства. Цена производства имеет формулу: издержки производства плюс средняя прибыль. Среднюю прибыль вы получите, не ту, которую вот они создали. Мало ли, они-то много создают прибыли, а потом это все усредняется по всей экономике. Издержки производства плюс средняя прибыль. И вы можете, изучая третий том «Капитала» Маркса, можете видеть, что как таким образом обеспечивается вот это вот единство капиталистов, поскольку обеспечивается средняя прибыль, равная прибыль на равный капитал. Равная прибыль на равный капитал. Далее. Вот постоянное развитие капиталистического производства обеспечивает постоянный рост общественного характера производства. То есть производство становится все более и более общественным, все больше разделяется труд, все в меньшей мере кто-то может сказать, что это он сделал продукт. Готовый продукт является результатом труда, бывает не только производителей одной страны, а производителей рабочих самых разных стран. И многие капиталисты, как организаторы производства, участвовали в изготовлении этого продукта. Поэтому современное производство носит развитый общественный характер. И общественный характер производства усиливается. А остается частная форма присвоения. Поэтому противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения постоянно растет, а в связи с ростом этого противоречия, с усилением этого противоречия, развивается классовая борьба, и сам капитализм подготавливает условия для перехода к такой форме производства, когда собственность была не частная, противоречащая общественному характеру производства, а тоже была общественной. Только должна быть не равная прибыль на равный капитал, а равные блага должны, равную долю благ должны получать все члены общества, а не только капиталисты. И не только в пределах вот этого капиталистического братства. Поэтому Маркс и пишет в «Капитале», что бьет час капиталистической эксплуатации. Как бьет? Это не вопрос капитала, это вопрос революции, о которой мы с вами отдельно говорили уже. Вот по этому вопросу, что я хотел вам доложить о диалектике капитализма. А следующая лекция у нас будет, она у нас будет 15:40, диалектика социализма. Так, перерыв.